подтверждают вот те мнения, которые о них складываются. Очень редко они не подтверждают, но здесь уже, скажем так, как говорят многие школьники и родители, что КИМ ЕГЭ – это лотерейный билет. То есть некоторые задания оказываются чуть сложнее, некоторые чуть проще, но все равно это плюс-минус 5 баллов, не более. То есть если ребенок хорошо готов, то он сдаст там от 85 до 95. Ниже он не упадет в любом случае. Я считаю, что ЕГЭ – это не просто хорошая идея, и не просто она хорошо реализована, по крайней мере, по истории. И я считаю, что неплохо бы использовать это при сдаче экзамена в вузах, когда ни на преподавателя, ни на студента не будет оказано давление, когда независимая экспертиза будет оценивать реальные знания. Да. Вы знаете, я думаю, что я не соглашусь вот с коллегой в том плане, что там дается по шаблону. Вы знаете, нет ничего более интересного, более любопытного,